Друзья, всем огромный привет! Вы находитесь на канале «Моя кухня». Сегодня для вас у меня очень простая, вкусная и красивая выпечка. Одно яйцо отправляем в чашку. К яйцу теперь добавляем сахар и сразу добавлю сюда ванильный сахар. И теперь это все хорошо-хорошо смешиваем. Добавляю сюда растительное масло, добавляю сюда муку и сразу же добавлю разрыхлитель. Добавляю сюда оставшуюся муку и буду замешивать тесто. Тесто получается очень такое мягкое и слегка липнет к рукам. Стол посыпаю немного мукой и буду раскатывать тесто. Оно такое очень нежное, поэтому аккуратно, чтобы оно не порвалось. Теперь баночкой вырезаю кружки. У меня есть вот такие формочки для кекса, я их перевернула и на них выкладываю тесто. Вот так это получается, и теперь отправляю в духовку 180 градусов где-то на 18-20 минут. Так, друзья, все готово, но хочу сказать, что 18 минут для выпечки это многовато. Они прямо у меня вот так сильно подрумянились. Я думаю, достаточно и 15 минут, но все равно смотрите по своей духовке. Сейчас, пока они будут остывать, я сделаю для них крем. Снимаются они очень хорошо. Буду готовить крем. Молоко выливаю в кастрюльку. Молоко добавляю один желток, ванильный сахар и крахмал. Все сразу добавляю. Хорошо это все смешиваю. И отправляю на плиту, буду варить крем. Варим, непрерывно помешивая. Чуть не забыла, друзья, еще нужен сахар. Добавляем сахар. Рецепт я напишу в описании под видео. Крем варю непрерывно, помешивая до нужной густоты. Вот еще чуть-чуть и крем готов. Вот такой крем получается. Оставляю его остывать и накрываю пленочкой. У меня есть вот такие вот абрикоски консервированные. Можно также взять любые фрукты, которые есть у вас или которые вам нравятся. У меня есть абрикосы, я их сейчас немножко полосочкой порежу и буду добавлять в крем. Этого делать не обязательно, я это просто сделаю для красоты. Ну и, конечно же, будет вкусно. Теперь кремом, который мы приготовили, заполняем корзиночки. Так, заполнили, и теперь сюда сейчас буду добавлять абрикоски. Вот такие красивые пироженки получаются. Сейчас я их отправляю в холодильник на час. Прошло больше часа, уже мне не терпится просто попробовать. Я думаю, будет очень вкусная пироженка. Ой, надо губы вытереть. А то ж я накрасила, хотела быть красивой, показывая себя в кадре. А пробовать неудобно с такой помадой. Так что, ну, давайте пробовать. Друзья, что хочу сказать. Обалденное вкусное пирожное. Заварной крем. Супер. Ну, я вообще люблю заварной крем. Песочное тесто. Еще добавление вот этих вот абрикос добавляет свою изюминку. Все-таки, я думаю, что можно сюда положить голубичку, клубничку. Это не будет лишним. Но пироженки получились и красивые, и вкусные. Также их можно приготовить и на праздничный стол. Я думаю, они его очень хорошо
украсят. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.